Населенные части света не стоит того, чтобы иметь двух царей. И открыл я священную книгу, и было в ней сказано: «Пророк, веди войну с небрежными и беззаконными». Как писал в своем уложении тот, кто когда-то пришел в этот мир, чтобы, потопив его в крови, поработить. Звали его Тимур. Теперь август 1868 года, война. И так близко от меня, в Центральной Азии. Мне захотелось поближе посмотреть на тревогу сражений, и я немедленно покинул деревню. Они, военные, идут по обязанности. А я зачем? Чтобы дать обществу картины настоящей и поддельной войны, нужно самому все прочувствовать, иначе картины мои будут не то. Этому художнику выпала удивительная и на редкость цельная судьба. Воспитанник морского кадетского корпуса Василий Васильевич Верещагин отказался от военной службы во имя живописи. Участвовал в вольноопределяющемся в нескольких войнах, неизменно появляясь повсюду, где свистели пули и ядра, лилась кровь. Когда-то двери эти распахивались, и появлялся он, хозяин дворца. В устах европейцев его имя звучало как Тамерлан или Тимур Ленг, Тимур Нага. В связи с чем появилось это прозвище Тимур Нага? Дело в том, что в одном из набегов на соседние владения он был тяжело ранен в ногу, охромел
и получил прозвище «Железный хромец». Имя Тамерлана приводило в трепет правителей Востока и Запада. Они уже знали о том, как он поставил на колени Золотую Орду, разрушив и обескровив ее, а потом, придя в Иран и взяв там крепость Сепзевар, приказал возвести башню, замуровав в ее стены живьем 2000 человек. Но это показалось ему долгим и скучным. Разграбив Дели, он приказал обезглавить 100 000 мирных жителей. Современник, потрясенный увиденным, писал: «Сделанные из голов индийцев башни достигали огромной высоты, а тела их стали пищей для диких зверей и птиц». В 1877 году Верещагин писал Стасову: «Я оставил Париж и работы мои для того, чтобы быть ближе к дикому и безобразному делу избиения. Я совершенно приготовился к смерти». «Лихорадку бросала меня, — писал Верещагин, — когда я смотрел на все это и когда писал свои картины». Когда из-за бездарного руководства боевыми действиями бессмысленно гибли десятки тысяч русских воинов, ставки Верховного пили шампанское за здоровье царя, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуги. Слезы набегают, когда вспоминаю весь этот ужас, а «умные люди», в кавычках, уверяют, что я холодным умом сочиняю небылицы. Замерли у дверей два воина при полном вооружении, надежно охраняя покой владыки. «Чтобы воодушевить своих солдат, — говорил Тамерлан, — я не жалел ни золота, ни драгоценных камней. Я допускал их к своему столу, а они жертвовали для меня своей жизнью. С их помощью я стал властелином 27 государств. Передо мною, как перед художником, война, и я ее бью с размаха и без пощады, сколько у меня есть сил», — писал Василий Васильевич Верещагин. Он наотрез отказывался от всех званий, чинов, наград. Единственный орден, который он носил, — это Георгиевский крест, полученный за храбрость в бою. Когда Москва не давала покоя воображению Наполеона, то по его прихоти миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, должны были идти и убивать себе подобных. Точно так же, как несколько веков тому назад другие люди делали это по повелению Тимура.
начале 1405 года Тамерлан решил идти на Китай. Но от великого бедствия эту страну спасла смерть 70-летнего кровожад, настигшая его в том же году. Да когда же все это кончится? Неужели мы приходим в этот мир за тем, чтобы принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить долги, оставленные нам безумными и преступными бойнями прошлого?